Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехало новое видео, и это Хогвартс Наследие. Bad boy is a game. Итак, ребята, вот у нас подъехала заключительная серия, и все квесты сейчас будут иметь такую финальную развязку, то есть дружба с Поппи, с Натти и Себастьяном. Ну и в конце мы забежим к профессору Уизли. Возможно, просто мы везде все поговорим, обговорим. В общем, сейчас все узнаем. Именно тебя я и хотела увидеть. Вижу, Дора наконец-то убедил тебя оставить Сниджетов. Если кто и способен защитить их от браконьеров, так это кентавры. И я хотел поблагодарить тебя. Когда-то на нас набросились браконьеры, было здорово, что мне пришлось драться с тобой. Что мне не пришлось драться с ними в одиночку. Разумеется, друзья ведь должны помогать друг другу, согласна? Это верно. Я рада, что ты с нами в Хогвартсе. У меня это и без этого лучший год из всех. Конечно, я бы не хотела повторять наши приключения в хвосторожьем зале, но в трех метлах оказалось здорово. Я и не думал об этом. Неужели ты никогда не была в трех метлах? Раньше я почти все время проводила с Крыланой, но и не знаю, что бы сказала Сирона, если бы я пришла выпить сливочного пива с гиппогрифом. Я бы могла туда пойти только с Крыланой, ну или с бабулей, конечно. В этом нет ничего плохого. Крылана хороший друг. Так и есть. Хотя я начинаю понимать, в чем преимущество друзей среди людей. Было здорово поговорить с кем-то о моих родителях, бабуле и показать кому-то Крылану. Мне тоже очень приятно, Поппи. Только постарайся больше не искать неприятностей. Не уверена, что у меня получится. Мы уже дважды с браконьерами соли на хвост насыпали. Мне это очень понравилось. И не в последнюю очередь благодарна тебе. И заручившись помощью кентавров, можно уже отправляться на поиски неприятностей. Давай на днях встретимся и выпьем сливочного пива. Может быть, Крылана к нам присоединится. Любительница тварей. А Крылана у меня это размножается. Крылане некогда, на самом деле. Так, хорошо. С Поппи мы поговорили. С ней вопрос решили. Давай. Последний бой. Давай сначала со странной дружбы. Давай с Себастьяном поговорим в катакомбах Фелдкрафта. Окей. Давай в Фелдкрафт отправимся. Почему нет? Не, карта мира мне нужна. Не понял. Подожди. Или он здесь? А он здесь. Так, подожди. Уже прошло достаточно времени после событий в катакомбах Фелкота. Мне нужно узнать, как поживает. К счастью, у нас есть возможность поговорить в крипте наедине. А, ну мне в крипту надо. Так, в крипту. Да, ну тут надо просто спуститься и все. I'm glad you came. Себастьян, я получил твою зву. Что случилось? Оминис поговорил с Анной о том, что произошло с дядей Соломоном. Он считает, что я должен ответить за содеянное. Она меня не выдаст. Она сказала, что мне предстоит жить с чувством вины, и это самому по себе. Мне очень жаль, но, по крайней мере, у тебя будет возможность жить дальше. Дело в том, что я, кажется, потерял сестру, своего близнеца навсегда. Она даже видеть меня не желает. И я ее не виню. Никого из нас, из вас не стану винить, если вы навсегда отвернетесь от меня. Вы доверяли мне, а я вас всех подвел.
Думаю, Анне просто нужно время. Однажды она найдет в себе силы простить тебя. Надеюсь, ты прав. Я понимаю, что не способен изменить содеянное, но каждый день своей жизни могу посвятить искуплению вины. Я в неоплатном долгу перед тобой и Оминесом за то, что вы поддержали меня. Что ж, это непросто, но я верю в тебя, Себастьян. Я знаю, что ты не из тех, кто сдается с первого дня на уроке защиты от темных искусств. Кажется, это было 100 лет назад. Спасибо. Не представляю, что ждет меня дальше, но я благодарен тебе за дружбу. Я рад, что ты с нами в Хогвартсе. До гробовой доски. Ну что, и осталось у нас Нати. Там последний бой какой-то, видимо. Может быть, мне придется сражаться. Так, куда двигаться? У меня есть что продать? Давайте сразу, может быть, сольем. Да, сразу. Отлично. Thank you for stopping by. Bye-bye. Готов прикончить Харлоу? Ну да, видимо, мне сейчас придется сражаться с Харлоу. Я хочу покончить с Харлоу раз и навсегда. У тебя уже есть план? Я получила сову от миссис Бикл. Она интересуется, как наши успехи с Харлоу. Приложила переговорить с ее другом возле мыса Мэнор. Однако она настоятельно велела нам не вмешиваться, притом совершенно недвусмысленно. Именно. Харлоу известно, что мы спасли Арчи и освободили мистера Битвинса, ведь это не миссис Бикл написала это письмо, так? Очень сомневаюсь. Харлоу готовит нам ловушку. Но сейчас у нас преимущество. Можно подготовиться. Мы сильнее, чем Харлоу, и он это знает. Вот и прибегает к таким хитростям. Нужно идти. Верно. Пора покончить с этим. Отлично. Правление Харлоу закончится. Ну, погнали. Я уже отправил ей сову, она в курсе, что мы следуем наводке миссис Бикл. Не боишься, что она расскажет об этом твоей матери? Конечно, расскажет, но и пусть. Мне надоело скрываться от нее. Скрывать это от нее. Мама должна наконец понять, что Пепламба не оставит в покое ни меня, ни всех остальных. И я продолжу бороться с ними, пока они существуют. Мне кажется, она это понимает, как и ты. Да, я понимаю. Я чувствую, что он уже близко. Я не знаю, нужно осмотреться. Блин, они какие-то слабые. Да, он разбивает. Подожди. Кто-то может меня атаковать? Во, все. Так, подними солдата банды Пепламбы в воздух, чтобы превратить использовать. Вау, я пока читал. Ч
чуть не получил. Я не знаю, что я сделал. Но что-то сделал. Блин, мне так нравится кидать эти всякие коробки, камни. Пойдет. Деритесь как маглы. Подожди, там же еще кто-то за меня появился. А если не ошибаюсь, юная Нацай Анай, и я невыносимый верный спутник. Вы двое изрядно навредили моим деловым интересам. Должен признаться, это почти вызывает уважение. Еще бы, вы сумели превратиться из раздражающей мелочи в настоящую проблему. К счастью, решать проблемы – мой конек. О, да нет. Давай, 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 давай. Моя магия сильнее. В смысле, он еще жив остался? Вот это не состыковочка. Зачем она прыгнула? Ну вот она и глупышка. Уверена, что готова принимать посетителей. Да, мам, я чувствую себя хорошо и буду рада повидаться с другом. Ну ладно, только не перенапрягайся, Нацай. Хорошо, мама. Ну давай, маман. Маман, давай, уходи. Рада тебя видеть. Приятно видеть, что ты идешь на поправку. Мне куда лучше, чем кажется. Я здесь только потому, что мама настояла на этом. На всякий случай. Я была рада узнать от нее, что ты в порядке. Это лишь благодаря тебе. Как ты себя чувствуешь? Ну, бывало и лучше, но сестра Черей говорит, что я иду на поправку. Прости, Нать, это все из-за меня. Что? Нет, не вини в этом себе. Когда я увидел, как Харлоу направляет на тебя палочку... Ты действовал инстинктивно. Я и правда действовал инстинктивно. Не могла же я остаться в стороне и не вступиться за тебя. Выходит, это я виноват? Разумеется, нет. Ты ничего не... О, как я только не осознала это раньше. Он сделал выбор. Инстинктивно. Мой отец. Ты можешь винить себя за мои раны не больше, чем я себя за гибель моего отца много лет назад. Судя по всему, что я знаю о твоем отце, ты на него очень похожа. Спасибо, для меня это высшая похвала. Надеюсь, ты в порядке. Немало на нас навалилось, а? Битва здесь в Хогвартсе, все, что нам пришлось сделать, чтобы одолеть Харлоу и прочих прихвостней Руквуда.
Но нам это удалось. Рокот мертв, Харлоу уже на пути в Азкабан, а прочие приспешники разбежались. Часть этого отребья останется среди нас и продолжит сражаться за свое неправое дело, но шайки Рокота больше нет. Теперь в округе стало значительно безопаснее, благодаря нам, благодаря тебе. Спасибо, но из-за нас вышла отличная команда. Тебе удалось так украсить мою жизнь в Хогвартсе, как я представить не могла. Спасибо. Мало что в жизни я ценю так же, как нашу дружбу. Спасибо, что навестил меня. Всегда рада тебя видеть. Карающая газель получил достижение. Ой. Ой-ой-ой. Так, ну что у нас? У нас осталось последнее задание. Встретиться с мадам Уизли. С профессором Уизли. Так, сюда мне. Ой, я, блин, вообще, походу, да, куда-то не туда топнулся-то. Далековато. Я вроде не так далеко показывает. Вы хотели меня видеть, профессор Уизли? Да, мы с вами не беседовали с тех пор, как... Я знаю, что у вас с профессором Фигги были очень теплые отношения. Без него Хогвартс уже не будет прежним. Да, вы правы. Однако он бы не хотел, чтобы мы не... Однако он бы хотел, чтобы мы не сдавались и ушел от нас, зная, что будущее волшебников в надежных руках. Спасибо, профессор. У вас выдался непростой год, причем не только в Хогвартсе. Чего я только вас не слышала. Вы оседлали Драморга, подружились с гоблином, спасли гиппогрифа. И даже помогли до моего эльфа профессора Блэка. Но как вы? В Хогвартсе довольно сложно держать что-то в тайне. Я рада, что мисс Добринг стала для вас подругой. Отрадно видеть, что она теперь больше общается с другими учениками. В окрестностях уже не раз виделись ниджитов. Если верить кентаврам, за это стоит благодарить двух учеников Хогвартса. Я понятия не имею о чем. О, не будем об этом. Я хотел бы поговорить о вашем руководстве для волшебников. Позвольте взглянуть? Конечно. Что скажете, профессор? Что этот год явно был для вас насыщенным. Часть заданий в руководстве вы, конечно, выполнили, но вам предстоит еще немало потрудиться. По счастью, у вас есть еще время подготовиться к СОВ. Признаюсь, у меня возникло определенное предчувствие насчет вас еще в тот момент, когда вы с опозданием появились на церемонии распределения. Приятно видеть, что мое чутье меня не подвело. Вы проучились здесь всего лишь год и уже готовитесь сдавать СОВ. Вы поразительно одарены. Спасибо, профессор, за все. Не за что. Мне любопытно узнать, что вы еще достигнете за оставшееся время в школе. А что за новое задание? Кубок школы. Мне нужно присутствовать на празднике в честь окончания учебного, который пройдет в большом зале. Так, мы погнали в большой зал. Туда-сюда тэпаемся, блин. Так, короче, на всякий пожарный, я думаю, вдруг это будет концовка, и я не смогу вернуться обратно, я просто сохранюсь. Ну вот, просто новое сохранение сделаю. За 50 часов, грубо говоря, но это еще тоже не до конца прошли.
Что у меня там получается? У меня испытание, да, какое-то завершилось? А. Что это такое? Маска доми маски, блин. Маска доми маски. Да, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Окей. Все, все со мной дружат. Они такие слепые. Даже не увидели, что я в костюме пожирателя душ. В этом году мы стали свидетелем того, как наши ученики проявили отвагу Годрика Гриффиндора. Если позволите, я закончу. Верность Пенелопы Пуффендуй. Мудрость Кандиды Коктерван. И амбициозность Салазара Слизерина. Итак, Кубок Хогвартса в этом году присуждается... Простите, директор. Позвольте заметить, мне кажется, что личный харизм одного из учеников, проявленный во время нападения на Хогвартс, не говоря уж об академических успехах, и это в первый год обучения... Так вот, мне кажется, что все это заслуживает, скажем, 100 дополнительных очков факультету. Вы ведь согласитесь со мной? Слей за ряду. А, да, благодарю, профессор Уизли. Ну что ж, вот и определился победитель. Ну все, ребята, это финал, это была концовочка. Спасибо большое, что провели со мной вместе этот сезон. Было круто. Блин, я в полном восторге вообще от игры. Я думаю, что вы тоже. Это шикарно, было шикарно. И уже вне видео попробую пройти Хогвартс на 100%, конечно. Все, задание завершено, кубок школы. Ох, все, ребята, на этом будем точно заканчивать. Всем еще раз огромное спасибо. Подписывайся, ведь нас еще ждут очень много-много интересных игр. Советуйте игры, в комментах пишите. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вам все понравилось. Ну, а мы увидимся на следующих видео. Пока-пока.